Так, ну марку по идее нужно держать, правильно? Поэтому пробуем еще. Обязательно, друзья, поставьте колокольчик на этом канале, потому что канал до сих пор находится в ограничениях. И, к сожалению, все спортивные каналы в такой ситуации. Я надеюсь, друзья, что вы ставите колокольчик, чтобы не пропускать видео. И уже давненько поменяли в правом верхнем углу страну. Россию изменили на другую страну для того, чтобы спортивные каналы спокойно просматривать. Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabong Games. Друзья, как вы многие знаете, ну, если вы давно на мой канал подписаны, что в прошлом году при старте FIFA я держал несколько месяцев рекордные показатели по максимальному рейтингу в драфте. Я собрал, я перебил свою задачу. В этом году я с самого начала в драфт, конечно, не побежал играть, потому что сейчас более интересно развиваться в этой игре. И, конечно же, как все, я открывал сначала паки. Очень много паков. Если не видели, перейдите по ссылочкам в описании и посмотрите, друзья, там есть на что глянуть. Так вот, и сейчас у меня добрались наконец-то руки до драфтов, и я думаю, что, блин, ну надо собрать хороший драфт, но пока 184, больше не получается, а 184 это, ну, показатель, которого многие уже достигли. Я при этом пересмотрел кучу роликов русских, иностранных, где ребята больше, чем 185 не собирали. Сегодня я побью рекорд 185 и повторю прошлогодний результат, как минимум постараюсь повторить прошлогодний результат 186. Вы, кстати, пишите в комментариях, какой максимальный драфт собирали вы, но вот на данный момент, потому что позже будет легче собрать драфт выше рейтингов. Так, заходим мы в драфт и смотрим на схемки. Так. Ну вот, наверное, стоит... Наверное, стоит вот эту схему нам взять, она больше всего подходит. Роналдо, друзья, конечно! Кстати, у Рухи был драфт, где была икона Роналдо и Лев Яшин в воротах, и при этом у него был рейтинг 185. Так что это вообще не показатель, вот и Роналдо. Роналду! Это важно. Вильян. Опять хороший должен быть выбор, вот когда вот это разноцветное. Да. И здесь Тони Кросс. О, опять хороший выбор, Карвахаль. Так, неплохо идем, друзья, начало мне нравится. 85 рейтинг, 85 сыгранность. Пока сыгранности точно недостаточно. Следующий выбор. Бакайока. Он классный в этой фифе, офигенный просто, но нам Дзонзи больше подходит. Хотя подождите, точно, испанец из премьер-лиги, мы его, конечно же, возьмем. Брать нужно Кальехона. Ну, здесь, наверное, стоит взять просто Каутиньо, потому что 86. Да, надо брать Шмейхеля, у нас же вратаря как раз, друзья, нету нормального. Уже свой рекорд я побил, но этого еще недостаточно. Но понятно, походу на 185 мы и остановимся. Вот такой вот драфт у нас получился, 185, я буду пробовать еще. Что ж, попыточка еще одна, друзья, я очень хочу побить рекорд и стать таким рекордсменом Ютуба хотя бы на некоторое время. Я думаю, надо на стандартный 4-3-3 остановиться. Поехали, выбор капитана, и у нас, ну, такое себе. Тут Месси ждем, есть Лионель, 93, замечательно. Тут Чичарита. Хорошо, левый Роналдо, пожалуйста, Неймар. Так, должен быть хороший выбор, должен быть хороший выбор. И Иньеста либо Ракитич. Я так думаю, что надо брать Иньесту. Так, второй центральный защитник. Будут более-менее игроки. Аспиликуэта, Информ. Замечательно. Эдерсон есть, это нормально. Это хороший кипер, он в моей основной команде. Если что, друзья, я уже вышел в Weekend Лигу. Прошлый ролик там я не смог выйти, а уже с ней вышел. Так, здесь что? Асенсио. Ну, почему бы и нет? Это ж хороший выбор-то. Оу, Пьянич, Информ, Бакайока, Сон, классные футболисты на самом деле. Просто возьму Сона. Поставлю его вместо Неймара, если что, Неймар будет на замене. Вот, хороший выбор, хороший. Так, есть, Азар вместо Сона, туда его. Так, и последние три выбора, и если честно, друзья, ну вообще не похоже на то, что мы сейчас сможем поставить рекорд. Последний игрок в этой тиме, я боюсь, что ничего у нас тут не получится. Рафиня. Сейчас попробую сделать какие-то перестановочки. Наверное, у меня будет чуть лучше, но сыгранность 100 я вообще не уверен, что она получится. А что если Асенсио поставить вот сюда и поменять его с Дебрюйной? 99, друзья, вот так вот.
Как-то невероятно даже это выглядит. Рейтинг 85, друзья. Сыгранность 99. Мне нужен только нормальный подходящий тренер. И будет 185. Но этого мало. Ладно, попробую поперемещать сейчас игроков. Может быть, что-то изменится. А, но пока что-то ничего не помогает. Сейчас... Перемещение в резерве 86! Вот так вот! Вы это видели? 186! То есть не 100, еще 99. Тренер подходящий только. Да, есть тренер Ла Лиги. Берем, конечно же, тренера из Ла Лиги. 186! Вот так вот! Я же говорил, я сделаю это! Есть, держим марку, молодец, вагончик. 186 из команды, которая абсолютно не похожа на то, что она... Рейтингом 186. У нас нету ни икон, ни сумасшедших каких-то информов, ни wants to watch карточек, ничего этого нету. Но я смог собрать рейтинг 186. Лайк, друзья, я очень рассчитываю на то, что вы поставите лайк, потому что это действительно, как по мне, конечно, не хотелось бы выпендриваться, но небольшое умение собирать эти самые драфты. Что ж, друзья, на этом будем заканчивать. Это получился хороший ролик, потому что мы добились своей задачи. А на данный момент рекорд Ютуба, причем не только в России, но и во всем мире, 186. Равняйтесь по нему. Пишите, конечно же, в комментариях, сколько вы собирали. Возможно, вы собирали больше. Тогда вы молодец. Все, друзья, на этом заканчиваю. До скорых встреч. Всем пока.